Сегодняшнее видео будет, мягко говоря, необычным. Я буду оценивать голоса жемчужинки, и для этого буду смотреть собственное видео «Жемчужинка поет лая на разных языках». Буду оценивать по десятибалльной шкале. Ну, оригинал, исполненный Энн Хэтэуэй, как всегда, просто 10 из 10, твердое. Блин, прям у меня мурахи по коже. Болгарский. Неплохо на самом деле, но чего-то не хватает. Не хватает такой, знаете, немного открытости. Открытости в голосе. А то как-то немного с полузажатым ртом, знаете. Пусть будет 7 из 10. Неплохо, но есть над чем поработать. Баскский. Ну тут уже неплохо, реально неплохо. Правда, голос слегка какой-то низкий. Мог быть повыше. Думаю так же, как и болгарский, 7 из 10. Датский. Вообще не то, слушайте, вообще не то. Пусть будет 5 из 10, только половина. Голос немного не тот, да и манера пения, так скажем, оставляет желать лучшего. Это больше похоже на победный крик, знаете. Финский. Ну, так же, как и датский, оставляет желать лучшего. Правда, здесь это звучит чуть-чуть получше. 7,2 из 10. Да, тут в моей шкале даже десятые будут. Нет, я ошибся. 5,2 из 10. Ну тут неплохо уже, тут реально неплохо. Думаю, 8 из 10, потому что до оригинала чуточку не дотягивает. Все-таки оригинал красивее. Северно-китайский и тайванский, северно-китайский. Здесь уже получше. 8,3 из 10. Норвежский. Ну, здесь прям круто. На норвежском прям круто. 10 из 10, так же, как и оригинал. Ну, словацкий какой-то немного... Не, ну, конечно, прикольный. Конечно, прикольный, реально, но все равно чуть-чуть чего-то не хватает. 7,5 из 10. Шведский. Ну, честно сказать, на любителя. Голос красивый, но слова не те, да и
Техника немного не та. Не, ну конечно, техника та, но немного слишком редко вибрирует, так скажем. Вот слышите? Конечно, в оригинале N тоже немного вибрировало, но не так редко. Пусть будет 7 из 10, как болгарский и баскский. Украинский ТВ. Ну, неплохо. 7,5 из 10. Голос немного низковатый. Здесь прям приятно звучит. 8 из 10, так же как итальянский. Подводя итог, скажу, что из дубляжей лучше всего вышел норвежский. Ну, как, но из всех, как всегда, лучший оригинал. А напишите в комментариях, какая у вас оценка по поводу каждого.